Хочется поблагодарить и отметить Юрия Крикуленко за особую поддержку спорта, особенно футбола, волейбола. Дали большой вклад в его выздоровление наших детей. Это инвалиды всех нозологий, спортсмены спортивных школ, спортивной общественности. За время оздоровительного периода и благодаря, еще раз повторяюсь, Юрию Крикуленко, было оздоровлено около 200 человек. Это 200 человек, которые ежедневно занимались в Донбасс-Энерго. И опять еще раз благодарность большая. Это Сергею Николаевичу, Донецкому облэнерго, руководителю этого спортивного комплекса и предприятия. Были выделены реагенты, было создано все условия для наших деток, для того, чтобы они за этот период оздоровились, занимались по 5 видам спорта. Это шейперг, пауэрлифтинг, плавание, волейбол, аэробика.